приходят заказчики, приходят люди, разумные, частники. Разумные. Вот построили три дома, можем вам посмотреть. Новая линия, которую открыли, качество уже поверхности, оно просто идеально. Планировка, в общем, такая, вид, обзор. Хороший дом. Мы производим панели и строим из них дома. Он введен в эксплуатацию 29 декабря 1975 года. Один из этих пролетов мы модернизировали в течение прошлого года, в марте, или в эксплуатацию. Здесь можно либо зеркально разместить эти стенды, либо установить линию газопалубочного формования предустопного настила. Форма лежит на регистре, да, и да. Вы формуете, да? Да. Пар этот уже не стоит здесь. Я хочу сказать, что это намного более энергоэффективно. Главное преимущество этих линий, то есть систем магнитной опалубки, что мы не завязаны под конкретную серию, имеем возможность гибко подстраиваться под желание заказчика, под проекты. Ну вот адресная доставка бетона, он находит автоматическое его положение, ну и уже бетонное средство, приемный блок. Ну, у нас эта линия, она также еще проходит в соседний цех, там мы организовали дополнительный узел выдачи товарного бетона, то есть она универсальная. Здорово. Сколько вот будет обработка тепловая интересно? 10-12 часов при температуре 40-45 градусов. Этого достаточно, чтобы получить распалубочную прочность 80% от проекта. Структурированная поверхность бетона, силиконовая матрица укладывается на поддон. Она может быть, да, эта поверхность разной. И здесь же мы применяем пигмент. Но это чисто для вида художественной выразительности, да. И мы исключаем делаем это чисто сейчас вот отрабатываем систему удешевления эксплуатации, чтобы нам потом дома не перекрашивать там через 5 лет. Вот именно вот эти технологии, чтобы один раз сделал и забыл. Разрешите мне, как уважаемому гостю, вам вручить подарок. Спасибо за то, что посетили наше предприятие. Это сертификат. А куда мне его девать? А вы решите. Президент как? По закону не имеет права принимать подарки. Это президент. Государству принадлежит. Да, это государственный подарок. Вы решите, кому его вручить. Спасибо это большое. Это... Наталья Ивановна, несете предложение для военных. Да. Прошу вас, товарищ президент, для музея, для нашего расписаться.